Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Так, что я купил? Я купил такой опрыскиватель, он на 3 литра. Изготовлен в Китае, естественно. Вот. У него еще дополнительно есть вот эта вот, говорит, насадка. Мне сказал, вот здесь вот написано, открой крышку, вот видите, нарисована крышка. Посмотрим. Вот, открываем крышку, и здесь мы видим, что дополнительную форсунку. Вот она, форсунка дополнительная, видите. Очень удобная. Стоит недорого. По-моему, 450 рублей я заплатил за такой опрыскиватель. А что я буду им делать? Я буду опрыскивать с помощью бордовской жидкости от парши. У меня на яблонях, на трех, завелась парша. То есть это такая, это грибковое заболевание, которое надо непосредственно брызгать именно медисодержащим этими веществом. То есть именно не весной, а именно осенью. То есть как после сбора яблок. Но так как у нас уже яблони практически все листья посбросало, там осталось там очень редко и мало. Вот, поэтому я, наверное, завтра и начну брызгать. Вот. Сегодня у нас банный день, то есть суббота, банный день. Погода испортилась, то было 2 недели прям тепло, жарко, можно сказать. А вчера и позавчера дул сильный западный ветер, холодный, и вот, и похолодало. Сейчас вот солнышко светит, гораздо теплее. Вот так вот. Подписывайтесь, друзья, у меня новый канал «Все для огорода». Все, покупаю «Все для огорода». Такой опрыскиватель. Бордовскую жидкость я уже купил, 3 пакета. И вот это, ну, завтра опрыскаю. Сегодня у нас, говорю, банный день. Вот, я уже, здесь сосед мне еще когда давно дал, ну, вагонку, ну, плохую. Я сегодня всю попилил. Я думаю, этой вагонки мне хватит растопить, чтобы баню. Ну, вот, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Вот такой у нас, прыскать, на 3 литра. До этого у меня был 2-литровый, итальянский. Он вот, в этой части он лопнул. Я пробовал заклеить, ничего не получилось. А может, подойдет. Вот здесь вот. Здесь вот кнопка выпуска. То есть он можно. Вот он. Его можно накачивать. Можно использовать в автомобилях. Не то, что там брызгать что-то там. Заправить туда какой-нибудь эмульсии такой. И вот как бы побрызгать всю машину, допустим. И потом водой смыть и все. Ну, типа шампунь сюда заправить. Побрызгать всю машину. Вон. Там, вон он шипит, видите как. Здесь даже нарисовано, написано. Где-то написано. А, вот написано. Вот сад, ремонт и авто. Вот, распылитель. Помповый. Вот. Короче, можно все это дело делать. Вот это мы накачиваем помпой. Это вот спускаем. То есть не нажимаем, а вот это вот вытягиваем в сторону. Вот так вот вытягиваем. И воздух выходит вот так. О. Ну, типа клапана какого-то там стоит. Вот. Ну, посмотрим, насколько хватит. Такой помповый. Помповый. Это самый. Вот здесь что написано, что надо делать. Все здесь нарисовано. В принципе, все ясно. Значит, моделька у него СА-400. Какой 400? 894, блин, 400. Простите, перепутал. Вот, он 3 литра. Очень удобный. Вот, я не стал покупать другой. То есть, мне до этого было... забыл, как называется. Ранцевый опрыскиватель. Он 2 года поработал, и у него... у него пластмассовая фигня здесь, которая идет,
на шланку, она лопнула и оторвалась. Вот. Я там мудрил, делал, хоть один год я еще побрызгал, а по второй он меня перестал. Я когда пошел брызгать, он мне, короче, жуков я хотел караваских побрызгать. Он как брызнет, и все, мне на голову все вылилось, это яд. Ну вот я, короче, его разобрал, выкинул, мусорник выкинул. А вот этот я купил. Ранцевый, конечно, хорошо, но надо качать постоянно рычагом и брызгать. А здесь набрал 3 литра, покачал, побрызгал, и все. Очень удобно. 3 литра нормально. До этого был 2-литровый, тоже нормально. Ну, сколько я картошку брызгал, я подходил... Вот картофельная делянка, сотка, 10 на 10. Я за 3 раза всю картошку побрызгал 2-литровым. А здесь, представляете, 3-литровым, значит, на 2 раза хватит. Вот. Ну, если там бордовская жидкость разводится на 10 литров, то есть где-то на ведро воды, то есть, то здесь мне придется 3 раза сюда наливать эту бордовскую жидкость и брызгать яблоню. Желательно брызгать яблоню, когда нет ветра. Вот сейчас ветер, сейчас брызгать категорически, то есть может лететь куда-нибудь на соседа, или вот, обязательно надо какую-то маску одевать, или брызгать надо не ветреную погоду, то есть чтобы средства защиты использовать, очки там какие-то, перчатки желательно, какую-то рубашку старую одеть, халат, вот, все это дело грязное одеть, чтобы на вас ничего не летело, это гадость. Это бордовская жидкость. То есть она состоит из извести и медного купороса. Вот. На этом видеоролик заканчиваю. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вот такая штукенция. Вот. Во. Для сада, для огорода. Вот. Ну, я все для огорода. У нас канал называется. Спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.